Кормушка потолочная 1,7 литра. Очень похожа на кормушку 2,2 литра, но имеет свои особенности. У нее более удлиненное дно, что позволяет ставить вместо потолочек кормушку именно на стенке, на пальце. Дальше. Состоит габаритный размер. Длина самой кормушки 45 сантиметров, длина ее с ушками 48 сантиметров. Высота 5 сантиметров и ширина 14 сантиметров. В этой кормушке имеется отверстие для прохода пчел. Пчелы проходят через это отверстие и по ребристым стенкам спускаются вниз. Перегородки ставятся или на первую, или на вторую секцию. В чем особенность данной кормушки? Здесь не надо плотиков, потому что здесь дно идет под уклоном. Соответственно, весь сироп будет стекать в середине кормушки. Сейчас покажу, как она ставится. Ставится сверху, там, вместо потолочек.